В «Газпром» добыча на дым начал действовать единственный в округе сертифицированный полигон для обучения работам на высоте. С момента его открытия прошла всего неделя, а там отучилось уже более 60 человек. Отработка практических навыков позволяет не только получить полную информацию, но и навсегда уяснить главное правило – безопасность прежде всего. Андрей Подпрятов, электромонтер из управления связи, сегодня впервые поднялся на такую высоту. Пока это лишь тренировка, но уже скоро проведение технического осмотра линейно-кабельных сооружений и монтаж радиочастотного кабеля на мачтах станут частью его работы. Сейчас он оттачивает мастерство на новом полигоне, узнает все тонкости работы на высоте. Чувствуешь ты себя некомфортно? Все застегивать, перестегивать. Если всю последовательность действий правильно делать, так и все будет хорошо. Новое правило требует нового подхода. С 2015 года работами на высоте, которые являются опасными, считаются те, что проводятся на уровне 1,80 м и выше. И обучать таким действиям необходимо только на специализированных полигонах. Теперь такое есть в «Газпром» добыча на дым. Единственный сертифицированный на Ямале. В двух ангарах установлено тренировочное оборудование разных типов. Полигон мы видим слабый для подготовки электромонтеров. И в соседнем ангаре у нас имеется полигон, который предполагает обучение остальным работам. Техническое оснащение на сегодняшний день пока еще не очень то обширный, который мы хотели, ну, я думаю, в течение следующего года мы полностью укомплектуемся всем необходимым дополнительным оборудованием, которое может быть использовано нашими работниками при выполнении тех или иных работ на наших объектах. От правильного использования страховочной привязи до четких действий в непредвиденных ситуациях. Андрей Подпрятов не удержался и начал падать вниз. Такие ситуации тоже прорабатываются на тренировках. За действиями коллеги внимательно следят работники других филиалов. Чтобы такого не произошло, каждое действие нужно проговаривать. Постоянная практика, постоянное как бы повторение всех наших обучений каких-то, да, периодичность обязательно, оно дает положительный эффект по... Именно в том смысле, что мы избавляемся от ошибочных действий, которые у нас и являются причиной травматизма. С момента открытия полигона для отработки действий на высоте здесь обучилось около 60 человек. И каждый уяснил, от четкого выполнения правил охраны труда зависит безопасность каждого. Потребность большая. У нас примерно, я думаю, человек 600 должны будут пройти обучение. И... В связи с тем, что будут преподаватели наши, внештатные преподаватели, мы сможем эту потребность закрыть в полном объеме. По окончании обучения все работники получат удостоверение по допуску к работам на высоте. Ярослава Кондрюкова, Олег Зубко, телевидение «Газпром. Добыча на дым».